Вот, посмотрите, полюбуйтесь. Это люди, которые работают в ЦАФТ. Это люди, которые обманывают граждан нашей родины, нашей страны. Вот их лица. Сидят они в торговом центре Серго. То есть в деловом центре Серго, город Пермь. Запомните их лица. Очень внимательно. Кстати, они нарушают федеральный закон номер 15 о курении в общественном месте. Находится ближе 15 метров от входа в общественное здание. Вот люди нарушают закон. Вы нарушаете закон Российской Федерации номер 15. Куда? Буду я в администрации, не переживайте. Вы нарушаете закон Российской Федерации номер 15. Находитесь ближе 15 метров. То есть, кроме других законов, вы нарушаете и этот закон, да? Сам решу, гулять мне или не гулять. Вот, посмотрите. Вот они, эти люди. Посмотрите внимательно на этих лиц. Запомните эти лица. И ни в коем случае не связывайтесь с ними. Торговый центр, деловой центр Серго, город Пермь. Данные граждане нарушают федеральный закон номер 15. Курят ближе 15 метров от входа в здание. Причем ничего их не смущает. На мои замечания они никак не отреагировали. Вы нарушаете федеральный закон номер 15. Я вам напоминаю об этом. Видео передам участковому, если начнете курить здесь. Вот сотрудники компании ЦАФТ. Нарушение федерального закона. Ближе 15 метров. Курят. Скажите, а у вас бандит, который у меня сумку украл, он уже? Его уже... На нары посадили или нет еще? Что-то его не видно. Давно. Давно его что-то не видно. Не видел я. Сумку. Есть видео. Чудеса чудес. Вот сотрудник. А, что же вы боитесь-то? Ну, по физиономии узнает вас. Ваш коллега оказался более благоразумным. Не стал... А!
Вот ваш коллега оказался более благоразумным. Ваше правонарушение фиксируется. Что? Если мои фотографии от вас пройдет в сети. Конечно, конечно. Вот. Засудитель. Спасибо.